Как член редакционной коллегии представляю обзор 5-го номера журнала «Правовые вопросы в здравоохранении» за 2020 год. Начинаю с раздела «Судебные решения». Поликлиника приобрела за счет средств ОМС диаскин-тест и туберкулин для ранней диагностики туберкулеза у детей, а также оплатила услуги по их хранению, поскольку региональный бюджет средства на это не выделил. ТФОМС признал данные расходы нецелевыми и взыскал потраченные средства. Мой комментарий. Подобная судебная практика не единичная. Фактически медорганизация вынуждена отвечать по обязательствам региональных властей, которые не обеспечили достаточное финансирование территориальных программ госгарантий в части заболевания, которое не входит в базовую программу ОМС. Круглый стол посвящен самому известному заболеванию – новой коронавирусной инфекции. И разрешение Минздрава России привлекать для медпомощи пациентов с COVID-19 непрофильных специалистов. Надежда Николенко прогнозирует неизбежность врачебных ошибок со стороны непрофильных врачей и стажеров. Ольга Моровнина придерживается такого же мнения. Краткосрочное обучение непрофильных специалистов малоэффективно в условиях эпидемии. Елена Капитонова рекомендует врачам-стажерам не подписывать медицинские документы. Я же не вижу никаких рисков врачебных ошибок. Есть временные методические рекомендации по профилактике и диагностике и лечению COVID-19, которые Минздрав регулярно обновляет. Надо ими руководствоваться один в один и четко фиксировать действия первичной меддокументации. Далее публикация Александра Чакински. Особенности трудовых отношений в период режима повышенной готовности. Дистанционная работа, оформление листков нетрудоспособности, перенос отпусков. Важная информация. Ольга Стадольник рассказывает о том, как мотивировать врачей вступить в систему непрерывного медицинского образования. Три инструмента мотивации успешно используются по месту ее работы в Салехардской окружной клинической больнице. Интересный опыт. Юрий Логинов, продолжая тему непрерывного медицинского образования, информирует о роли портфолио и о том, что Минздрав России уже сверстал программы переподготовки для 26 врачебных специальностей. Статья Галины Евстифеевой посвящена регулированию трудовых отношений при сверхурочной работе в период пандемии коронавируса. Оформление, оплата, установленные ограничения. Рекомендую освежить в памяти эти вопросы. В условиях пандемии недостатка финансирования растет кредиторская задолженность медорганизации. Руслан Попов предложил 4 решения, которыми можно воспользоваться, чтобы избежать санкций за просрочку оплаты по контрактам. Вадим Березинский проанализировал ситуации, связанные с прикреплением граждан к поликлиникам. Речь идет о праве граждан на выбор медицинской организации. Приводится судебная практика отказа в прикреплении по мотиву перегруженности врачей-терапевтов. Лолита Позднякова изложила свое видение рисков участия клиник в программах ЭКО с привлечением суррогатных матерей. Представлены образцы документов, которыми клиники могут воспользоваться в защиту своих интересов. В статье Яны Алексеевой дается акцент на особенностях применения в медицинских организациях приказа Минздрава России 198Н с последующими внесенными в него 2 изменениями. Кто не знает приказ, читайте. Елена Капитонова обратилась к теме посещения пациентов, находящихся в реанимации, родственниками. Поскольку Минздрав правила посещения пока не утвердил, можно воспользоваться рекомендациями автора на эту тему. В том числе и о том, по каким основаниям можно отказать родственникам. Лилия Бусыгина и Андрей Севастьянов рассказали об особенностях оформления паспорта антитеррористической защищенности медицинской организации. Для этого надо выполнить 4 шага, а не в статье. Эти же авторы предложили алгоритм действий, что делать, если пациент с коронавирусом сбежал.
Подобный вопрос мы обсуждали с коллегами сообщества «Правомед.ру». Читайте 5-й номер журнала «Правовые вопросы в здравоохранении» за 2020 год. Ситуация, действия, последствия.